В стенах государственного учреждения специального образования Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации ВЕДА многолюдно. Детки с инвалидностью с самого утра встречали гостей из Хорватии, Македонии и Брестского гандбольного клуба имени Мешкова, которые участвовали в медальных разборках финала 4 всех Газпром-лиги. Спортсмены уверены, что их подарки – это современная техника, обязательно пригодятся детям. Подобные акции являются традиционными для всех Газпром-лиги. Они проводятся в разных странах каждый год перед финалом 4. Мы с удовольствием подарили детям принтеры, компьютеры, футболки и многое другое. Это организационная работа плюс наши коррекционные программы, которые компьютерные. Но это позволит нам с детками работать на более высоком эффективном уровне. Любая помощь жителей нашего города, она приветствуется. Во-первых, дети очень радуются любой встрече. Я думаю, что это нам будет не лишнее. Мы очень будем благодарны за такую помощь. Она очень необходима нам. Главная цель коррекционно-развивающего центра – оказание квалифицированной помощи детям с особенностями психофизического развития, а их в учреждении около 70 человек. На протяжении 5 дней в неделю ребята работают над собой. Физические упражнения, развивающие игры и занятия, которые помогут им в дальнейшей социальной адаптации. Дети у нас все с разными нарушениями. И на самом деле это детки с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Получают разностороннюю помощь. Они все у нас хорошие, вы их видели, добрые, очень любят играть. Все наши занятия проходят только в игровой форме. Поэтому я думаю, что нашим деткам здесь нравится. И родители могут быть спокойны за своих деток. Когда дети заканчивают, получают свидетельство о специальном образовании, они переходят уже под эгиду соцзащиты в территориальный центр социального обслуживания населения. И там уже идет ремесленническая деятельность, элементарная трудовая деятельность. То есть таким образом у нас выработана система работы с детьми-инвалидами.